Суд приходит к выводу, что международное законодательство не запрещает провозглашать независимость, и таким образом провозглашение независимости Косово 15 февраля 2008 года не противоречит международному праву. Эти слова Хиса Хиавада, председателя Международного суда, вызвали настоящее ликование на заседании правительства Косово. Шампанское открыли тут же. Косовары праздновали всю ночь. Вслед за политическим последовало правовое признание новоявленного государства. Высшая судебная инстанция ООН назвала законным провозглашение независимости Косово. Наша политическая и правовая борьба завершена. Теперь мы ждем от Сербии сотрудничества вместо конфронтации. Надеемся, правительство Сербии еще раз задумается и примет мудрое решение. Сегодня нет побежденных. Это путь, по которому должны развиваться наша демократия и сотрудничество. Я думаю, единственным достойным ответом со стороны Сербии стало бы немедленное признание независимости Косово. Сербы инициировали этот процесс, и Косово победило, так как провозглашение независимости – справедливое решение. Сербская сторона не скрывает разочарования. В Белграде и Косовской Митровице тысячи недовольных вышли на улицы, чтобы опротестовать решение Гаагского суда. Международные силы по поддержанию мира в Косово были переведены на усиленный режим несения службы. Весь вчерашний день за положительный исход дела молились в церквях по всей Сербии. Но Гаагский суд рассудил по-своему. Все против нас. Нет ни закона, ни справедливости. Это бесконечная история, она никогда не закончится. Весь мир против нас. А президент Сербии сразу после оглашения вердикта обратился к нации, попытался успокоить граждан. Борис Тадич обещал продолжить борьбу за землю, которую сербы называют своей колыбелью. Сербия никогда не признает независимости Косово. Одностороннее признание, основанное на этническом принципе, противоречит нормам ООН. Мы продолжим борьбу. Это историческое противостояние должно решиться путем переговоров. Белграду теперь, судя по всему, придется сложно. Именно Сербия 2 года назад убедила Генеральную ассамблею ООН инициировать судебное разбирательство, надеясь получить хоть какую-то зацепку в борьбе за Косово. За 2 года 15 судей выслушали свидетельства представителей 40 государств. В итоге 10 из них поддержали независимость Косово, а 4 выступили против. В зал суда выслушать вердикт пришли порядка 300 официальных лиц. Министры иностранных дел Сербии и Косово прибыли сюда еще накануне. Международный суд в Гааге не рассматривал политического аспекта, не пытался разобраться в вопросе, когда народы имеют право на самоопределение, а когда превалирует принцип территориальной целостности. Суд дал ясный ответ на предельно четкий вопрос о легитимности Декларации независимости Косово, указав, что международное право не содержит подобного запрета. Теперь в Приштине полагают, после решения Гаагского суда, к примеру, 69 государств, признавших независимость отколовшейся сербской территории, последует весь остальной мир.